Я Владимир Машков, а это Рим, в котором, по преданию, 29 июня 67 года по Рождеству Христову был казнен римский гражданин Савл. Он не любил море не потому, что боялся воды. Еще мальчишкой в родном Тарсе он научился хорошо плавать. Это умение потом помогло ему не раз, но море он не любил. Последние годы именно на море с ним случались припадки. Последние годы именно на море с ним случались припадки. Последние годы именно на море с ним случались припадки. Он проваливался в удушливую черноту. Он переставал видеть мир и цель. Поэтому море он не любил.